Члены обновленного общественного совета области избрали своего председателя, глав пяти комиссий, президиум и утвердили положение об общественном совете Актюбинской области. Председателя общественного совета области путем открытого голосования избирали коллеги в ходе заседания, прошедшего под председательством заместителя руководителя рабочей группы по формированию общественного совета области Серика Бутагарина, председателя общественного объединения «Ардагер». В работе заседания приняли участие секретарь областного маслихата Амангельды Нугманов, заместитель акима области Булбул Елюсинова и члены общественного совета. Возглавить совет, проголосовав большинством голосов, доверили известному в регионе предпринимателю, члену Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, председателю специальной мониторинговой группы по противодействию коррупции, генеральному директору ТО ТРК «Тандем», самовыдвиженцу Таттыгуль Талаевой. Кроме этого, в ходе заседания был утвержден состав пяти комиссий Общественного совета области и избраны их председатели и заместители. В итоге комиссию по вопросам архитектуры, строительства, транспорта, торговли и ЖКХ возглавил председатель общественного объединения Ултахдары Айтхали Италиев, а его заместителем стал самовыдвиженец, заслуженный архитектор Республики Казахстан Булат Егембаев. Председателем комиссии по социально-культурному развитию, образованию и здравоохранению избран директор общественного объединения Республиканский экологический альянс Байтах Булашак Бекарстан Мырзабай, а его заместителем стал председатель общественного объединения Парасат Гылым Кушкенбай Ахметов. Комиссию по работе в сфере экологии, недропользования, земельных отношений и сельского хозяйства возглавил председатель общественного объединения Федерация Кукпара Актюбинской области Фархат Сансызбай, а его заместителем стала член регионального филиала общественного объединения Народно-демократическая патриотическая партия АОЛ по Актюбинской области, директор актюбинского филиала Аграрная кредитная корпорация Гульжанат Ергазина. Комиссию по вопросам законности, правопорядка и противодействию коррупции возглавил самовыдвиженец, член общественного объединения юридических лиц Ассоциация по защите прав предпринимателей, начальник отдела защиты прав предпринимателей и снижения административных барьеров Палаты предпринимателей Атамикен Нурлан Махамбетов, а его заместителем стал директор ТО «Проммаркет» Серик Алипов. Заместителем председателя общественного совета области, председателем комиссии по бюджету, экономике, промышленности и предпринимательству избран председатель Актюбинского областного филиала Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» Серик Шангутов, а заместителем комиссии стала директор палаты предпринимателей «Атамикен» Дана Бекпаува. Кроме того, на заседании утверждено положение об общественном совете Актюбинской области и утвержден состав президиума, в состав которого вошли председатель общественного совета области, секретарь областного маслихата, заместитель акима области и пять председателей комиссии. Пресс-служба маслихата Актюбинской области.